Внимание, приготовились к съемке. Тихо! Тихо! Готов. Камера готова. Аппаратный мотор. Есть мотор. Есть мотор. Камера. Камера. Стоп! Камера не пошла. Понимаете, Алексей Иванович, тут такое дело. Я справки навел. И выяснил, что вы чечеточником были. И что кроме вас сейчас толком чечетку никто не знает. Это верно. Один я из настоящих-то остался. Научите мне пить чечетку. Слушай, у тебя с головой все в порядке? Вроде в порядке, а что? А то, что ты чокнутый, можешь захотеть научиться степу с таким чувством ритма, с поломанными ногами и такой походкой, как у тебя. К сожалению, Алексей Иванович ушел из жизни в расцвете своих творческих сил. И как-то, знаете, незаметно вместе с ним ушло с эстрады. Это замечательное искусство. Как ушел из жизни?